Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Бен Гейне – бельгийский мультидисциплинарный художник, визуалист, музыкальный продюсер. В 2010 году СМИ описали его искусство «Карандаш против камеры». Он опытный иллюстратор и фотограф. Также является создателем других оригинальных художественных серий, таких как «Цифровой цирк» и «Плоть и акрил». Родился в 1983 году в Кот-д'Ивуаре. И в настоящее время живет и работает в Бельгии. Имеет степень в области журналистики, является самоучкой в рисовании, фотографии и музыке. Его творения публиковались в газетах, журналах и крупных изданиях по всему миру. А с 2010 года его работы начали выставляться в художественных галереях и музеях Европы и Азии. И России. Гейне навсегда прекратил заниматься политическим искусством в 2009 году. Документальный фильм о его творчестве был выпущен в 2012. Начал продюсировать и сочинять музыку в 2012 году. Играет на барабанах и фортепиано. Владеет музыкальной студией. Его первый музыкальный альбом был выпущен в ноябре 2015 года. Я цитирую Википедию. В период с 1988 по 2006 год проходил обучение в разных странах, включая Кот-д'Ивуар, Бельгию, Великобританию и Нидерланды. Посещал начальную школу при соборе Парижской Богоматери в Брюсселе. Будучи студентом, легко впадал в отчаяние, часто становясь трудноуправляемым в школе. Только после получения среднего образования в колледже Сент-Винсент в Бельгии он стал более дисциплинированным студентом. Будучи подростком, увлекался рисованием, писал стихи для музыки и занятий спортом. Работал кассиром в супермаркете. Несмотря на эту работу, приоритетом Бена всегда оставались творческие проекты, и он рисовал каждый вечер. С 2010 года по настоящее время Гейне выставлял свои работы на крупнейших художественных ярмарках, музеях и художественных галереях по всему миру. С 2011 года он также продолжал развивать свой музыкальный стиль. В 2012 году купил профессиональную творческую студию в Бельгии. Вот так вкратце, данных не очень много, из Википедии о Бен Гейне, бельгийском мультидисциплинарном художнике, визуалисте и музыкальном продюсере. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.